Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Лето закончилось, но это не повод расстраиваться, ведь осень тоже будет наполнена интересными культурными событиями. Что нас ждет в первые выходные сентября, узнаем прямо сейчас. В субботу на Первомайском спуске набережной в 14:00 начнется праздник спорта и здорового образа жизни «Самарский фестиваль фитнеса». Для всех активных горожан пройдут бесплатные тренировки и мастер-классы. Спортивные инструкторы расскажут о своей работе и ответят на все вопросы. В программе занятия по аэробике, йоге, боксу, танцам и многим другим направлениям. Также можно принять участие в соревнованиях по пляжным видам спорта – волейболу, теннису и футболу. Будет работать детская игровая зона. Гвоздь программы в 18:00 – массовый урок по зумбе. А завершится фестиваль музыкальным концертом. Не пропустите! В Центральной городской детской библиотеке праздничные выходные, посвященные Дню знаний. 2 сентября состоится музыкальный спектакль «Золотой ключик». Зрителей ждет яркое выступление, красивые декорации и костюмы, песни в исполнении любимых персонажей из сказки Алексея Толстого. Спектакль будет интересен зрителям любого возраста. Начало в 12:00. Продолжаются кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова. В субботу зрителям покажут музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо». Веселый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущих в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту. Сеанс начнется в 6 вечера. 3 сентября Самарский литературный музей приглашает прогуляться по городу с новой пешеходной экскурсией «Сюжет вкуса». На ней вы погрузитесь в гастрономическую историю Самары. Вспомните легендарные самарские заведения и узнаете, кто из российских и советских знаменитостей успел в них побывать. Гастрономическая прогулка начнется от кухмистерской Альфреда фон Вакана. Начало в 12:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.